Видное всегда славился красочными цветочными композициями. Их можно встретить на каждом шагу. Сейчас в поселении насчитывается порядка 40 клумб. Их существованию жители обязаны отделу благоустройства управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района. Большое внимание уделяется дизайну цветочных клумб. Над его разработкой трудятся сотрудники нескольких отделов. Определенного стиля нет. В зависимости от расположения, освещения и размера к оформлению каждой клумбы подходит индивидуально. В наши обязанности входит делать наш город красивым и чистым. Красивым – это что касается цветов и общего содержания. Цветы очень интересные, разные цветы сажаем для того, чтобы радовались жители нашего города. Одновременно с озеленением Видного сотрудники управляющей компании готовятся к важному для них конкурсу «Цветы Подмосковья», который пройдет в период с 11 по 12 июля в городе Клин. Ежегодно все желающие муниципальные образования Московской области принимают в нем участие и представляют свои цветочные композиции, чтобы завоевать звание лучших в своем деле. Этот конкурс дает возможность подтвердить нашу достойную квалификацию, потому что никогда мы не возвращались с этих конкурсов без призов. Благодаря творческому подходу к своей работе, каждое лето наш город приобретает вид одного из самых цветущих городов в области. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.